Во все времена профессия учителя одна из самых уважаемых и престижных. Учитель – это человек, который может сделать любые трудные вещи легкими. Он не просто дает знания, учитель учит думать, действовать и совершенствоваться. В 2018 году 60 лет исполняется факультету, где уже более полувека готовят лучших учителей в нашей стране – педагогическому факультету Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Это один из старейших факультетов Купаловского университета. Он был создан в 1958 году. Именно на педагогическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы были заложены лучшие традиции в подготовке высококвалифицированных специалистов по различным направлениям педагогического образования на территории постсоветского пространства. Факультетов такого рода до 1958 года не было. То есть считалось, что достаточно педагогического училища и для учителя начальных классов, воспитателя дошкольного учреждения. И, в принципе, так и работали. Их было в Гродненской области около 4000, которые не имели высшего образования. Но постепенно в министерствах, в принципе, и в правительствах союзных республик на самом высоком союзном уровне пришло решение открыть несколько факультетов. Назывались факультеты педагогики, методики начального обучения. Вот в 1958 году был открыт факультет педагогики, методики начального обучения у нас. И еще один был открыт, кажется, в Воронеже. И их было только два. Имена выпускников педагогического факультета Купаловского университета известны не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Это народный учитель СССР, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, заслуженный учитель СССР Ирина Степановна Нечай. Заслуженный учитель БССР Людмила Владимировна Курьян. Неоднократная чемпионка СССР по гимнастике Тамара Степановна Алексеева. Доктор филологических наук, профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Мария Иосифовна Конюшкевич. Олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Владимировна Тюненкова-Волчецкая и многие другие. Я с удовольствием, с такой ностальгией вспоминаю вот эти годы учебы на педфакультете, потому что мне вообще-то в жизни повезло, потому что у меня был класс очень хороший и дружный. И повезло, что группа наша была очень дружная. Это замечательный факультет. Наверное, самое главное, что он дал, он научил нас учиться, это во-первых, но еще больше он дал нам развитие, такое широкое, культурное, национальное. Еще 20 лет назад, когда я была студенткой педагогического факультета, был заключен договор о сотрудничестве между кафедрой лингвистических дисциплин и гимназией номер 10 города Гродно. И у студентов, которые писали курсовые дипломные работы на кафедре лингвистических дисциплин, была уникальная возможность проходить практику и проводить исследования экспериментальные. То учиться было интересно. Когда интересно, тогда легко. И тогда, правда, самые-самые теплые, самые хорошие воспоминания. В разные времена педагогические факультетом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы руководили Антон Иосифович Рогойша, Александр Иванович Копытко, Павел Романович Галуза и Виктор Петрович Тарантей. За 60 лет работы на педагогическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подготовлено более 16 тысяч специалистов по начальному и дошкольному образованию, социальной педагогике, английскому и немецкому языкам, логопедии, олигофренопедагогике и социальной работе. Сегодня в состав педагогического факультета входят 5 кафедр. Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, в числе которых 5 профессоров, докторов наук и 21 кандидат наук, доцент. Кроме того, лекции студентам читают известные ученые со всего мира. На факультете активно работает программа «Приглашенный профессор». Руководит педагогическим факультетом доцент, кандидат филологических наук Светлана Яковлевна Кострица. Сегодня педагогический факультет – кузница кадров для системы образования не только для Гродненской области, но и для республики в целом. Выпускники факультета в настоящее время работают в Российской Федерации, в Азербайджане, в Туркменистане, в Германии.
На современном этапе подготовка осуществляется по образовательным программам первой ступени образования в заочной и дневной форме по специальностям: начальное образование, дошкольное образование, логопедия, олигофренопедагогика и социальная работа по направлениям. Тесное взаимодействие с колледжами университетов позволяют выпускникам колледжей по педагогическим специальностям обучаться на всех специальностях первой ступени, а выпускникам по специальностям начальное образование и дошкольное образование и в сокращенной форме. Успешно осуществляется и подготовка в магистратуре. Обучение по образовательным программам второй ступени осуществляется по специальностям: общая педагогика, история педагогики и образования, образовательный менеджмент, теория и методика начального образования и теория и методика дошкольного образования. Кадры высшей научной квалификации готовятся в аспирантуре по специальностям: общая педагогика, история педагогики и образования и социальная философия. Партнерские отношения сложились у факультета со всеми структурами системы образования Гродненщины. В рамках деятельности областного учебно-научного педагогического кластера проводятся встречи с лучшими педагогами области, с молодыми специалистами. Доброй традицией стало проведение совместных мастер-классов учителями и студентами факультета. В рамках деятельности образовательного инновационного центра педагогического факультета преподавателями факультета проводятся семинары для педагогов области, различные курсы для младших школьников, для старшеклассников проводятся занятия по подготовке к научно-исследовательской деятельности и к олимпиадам. Успешно проводятся различные воспитательные совместные мероприятия, конкурсы, в организации которых, конечно, огромную роль играют филиалы кафедр и студенческий актив. Особое наше внимание, конечно, уделяется работе с педагогическими классами. Мы уже имеем опыт проведения первого в республике фестиваля педагогических классов. Конечно, вся деятельность факультета направлена на подготовку компетентного специалиста и повышение престижа педагогической специальности. Образовательный процесс на педагогическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы организован в соответствии с актуальными потребностями в подготовке специалистов педагогического профиля. Ведущее внимание уделяется практикоориентированному обучению. Наши студенты уже начиная с первых дней обучения в университете, то есть с первого курса, один раз в неделю, либо в несколько в неделю, в зависимости от специфики, работают в учреждении образования. Таким образом, наши дети уже с первых дней знакомятся с основами своей профессии, и уже к моменту практики, второму, третьему курсу, они уже не боятся детей, не боятся работы, они представляют, что они будут делать. Ну и с другой стороны, это позволяет, возможно, человеку избавиться от неких иллюзорных представлений о своей профессии. Уже с первых курсов обучения студенты педагогического факультета знакомятся со своей будущей профессией не только в теории. Поэтому на свое первое рабочее место они приходят уже состоявшимися, полностью подготовленными специалистами. С первых курсов мы имеем возможность не только получать теоретические знания в университете, но и также применять их на практике, посещать школы, садики. Поэтому после окончания университета мы на свое первое рабочее место идем полностью подготовлены и уверены в себе, что мы справимся со своей будущей профессией. На педагогическом факультете созданы все условия не только для качественного практикоориентированного обучения, но и для всесторонней реализации и развития студентов. Здесь готовят специалистов не только на первой ступени образования,
На факультете успешно работает магистратура и аспирантура. Регулярно проводятся международные научные конференции, такие как «Альтернант», «Эврика», «Технообраз», которые собирают ученых со всего мира. Кроме того, при каждой кафедре действуют научные кружки для студентов. На сегодняшний день на факультете функционируют две научные школы под руководством Виктора Петровича Тарантия и Чеслова Станиславовича Кирвеля. У нас большие научные связи с творческими коллективами за рубежом. Это и Польша, это и Россия, это и Казахстан, Литва. То есть география достаточно обширна, обширные города наших ученых знают. У нас 5 кафедр, на каждой есть доктора наук, профессора. Наши студенты принимают активное участие в научных мероприятиях самого разного формата. Это и научные форумы, и международные конференции, которые осуществляются и у нас в стране, и за рубежом. Широкие возможности педагогический факультет предоставляет и для развития творческих способностей студентов. Они – неоднократные участники и победители многих университетских, городских и республиканских конкурсов и фестивалей. Студенты педагогического факультета неоднократно становились призерами и победителями на международном уровне. Ежегодно они удостаиваются дипломов первой степени за научные доклады и за социальные и молодежные проекты, которые были ими разработаны. Также наши студенты ежегодно становятся стипендиатами фонда президента Республики Беларусь и были удостоены встречи с руководством нашего государства. Верность лучшим традициям классического университетского образования, своевременное реагирование на запросы современности в подготовке специалистов, а также широкие возможности для всестороннего развития личности обусловили тот факт, что уже много лет педагогический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы находится на ведущих позициях в нашей стране по подготовке лучших педагогических кадров. Факультет растет, совершенствуется, открыт к сотрудничеству, ко всему новому и эффективному в системе образования. Потому что основная задача педфаковцев, и это определено миссией университета, это выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека и университета в пространстве межкультурного диалога.